Как вы себя чувствуете, Ваше Высочество? Хорошо. Есть неприятные ощущения, покалывание, жжение? Нет. Сожми руку в кулак. Это хорошо. Ну, вот и все. Ты себя хорошо чувствуешь? Нормально. Молодец. Ну, иди, там тебе поесть приготовили. Евгений Сергеевич, а кто был моим донором? Это рядовой Денис, Ваше Высочество. Очень приятный молодой человек. Вы его, наверное, знаете. Прекрасно. Ольга, почему ты не в постели? Ты же больна. Мамочка, я замечательно себя чувствую. Иди в постель. Пожалуйста. Пора, дочка. Ну, вас-то кто сюда звал? Спойте еще разочек, пожалуйста. Ну. Постель. Иду. Я тебя очень люблю, папа. И я тебя, дочка. Полковнику Кобылинскому предписывается беспрекословно исполнять все требования чрезвычайного комиссара товарища Яковлева, на которого возложено поручение особой важности. Неисполнение вами его требований влечет за собой расстрел на месте. Председатель ЦИК Свердлов. Если есть вопросы, спрашивайте. Вопросов нет. В таком случае они есть у меня. Слушаю вас. Как здоровье наследника? Болен, не может ходить. Остальные? Здоровы. Если не считать старшей, Ольги Николаевны. Что с ней? Уже поправляется, ходит.
Тем лучше. Завтра утром я буду в норме. В 10 осмотрим дом и навестим семью. Честь имею. Их никоим образом. Это их собственное желание. Жди меня здесь. Обещаю штырь указать. Жди. Добрый день, Яковлев. Добрый день, Романов. Идемте. Мой сын, Алексей. Добрый день, Алексей Николаевич. Я комиссар Яковлев, Василий Васильевич. Здравствуйте. Как вы себя чувствуете? Болею. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. А какая у вас температура? 37,5. Угу. А вы давно ее мерили? Час назад. Вы не могли бы смерить еще раз? Давай, Алеша, попробуем еще раз. Простите. Благодарю. А что вы рисуете? Рисую пассажирский корабль, который я придумал. Можно посмотреть? Ух ты! Что это? Теплоход, корабль будущего. А как же он движется, этот ваш корабль будущего? Паровые машины приводят в действие электромоторы. Они уже вращают винты. И какова же его скорость? 50 узлов. Ничего себе! А водоизмещение? 100 тысяч тонн. Превосходно. Ну что ж, давайте посмотрим, сколько у нас там набежало. 37,9. Да, Алексей Николаевич, вы совершенно правы, ровно 37,9. Ну что ж, не буду вам мешать. Желаю скорейшего выздоровления. Рисунки ваши мне очень понравились. Спасибо. До свидания. Кто он? Зачем приходил? Это комиссар Яковлев из Москвы. По-моему, он хочет забрать нас отсюда. Забрать? Куда? Не знаю. Быть может, в Москву. Зачем? Думаю, большевики хотят, чтобы я подписался под Брестским договором. И ты подпишешь? Нет. Лучше я дам отсечь себе руку, чем сделаю это. Правильно, Ники. Я должен сообщить вам, что являюсь чрезвычайным уполномоченным Центрального исполнительного комитета. Мои полномочия заключаются в том, что я должен увезти отсюда всю семью. Но так как Алексей Николаевич больный, я получил вторичное приказание увезти только вас, Николай Александрович. Я никуда не поеду. Николай Александрович, прошу не делать этого.
Я должен исполнить приказание. Если вы откажетесь ехать, я буду обязан или воспользоваться силой, или отказаться от возложенного на меня поручения. Тогда могут прислать вместо меня менее гуманного человека.